Устанавливай запись. Все, что это я буду останавливать? Я запустил, поехали. А моему херу что-то холодно, надо было курточку-то не снимать, наверное. Так, куда? Наверх поехали. Так, тихо, здесь мы выезжаем и снайперки берем. Они на льду здесь должны быть. Вон они. Стой. Они на нас идут. Один готов. Я не понял, я в два раза попал. А, он сдох. Идет, блядь, идет на нас. Сейчас, 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 сейчас. Есть, готов. Все, поехали. Тихо. Вон он. Вон медведь. Где, где, где? А, это раненый, раненый, раненый волк лежит. А, да, 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 да. Тихо, тихо, волк. Тихо, тихо, не спеши, там вдалеке еще они, вон они вдалеке. Видишь? В голову целься. А есть. Ты убил, да? Нет. Да, блядь, какие они, железобетонные, что ли? Я в него попал, он бежит сюда, один. Я не вижу его. Он за камнями, сейчас выбежит, бери дробовик. Он за камнями, и еще сбоку обходит нас. Сейчас вот из этого леска выбегут. Я его попал один раз, но он не сдох. А может сейчас где-нибудь там ляжет, крякнет? А, он плывет, плывет, плывет! Ух ты, блядь, сколько их тут! Где-то там еще, видишь? Не плывут нигде, посмотри в винтовку. Я в вин... Вон, вон они, на том берегу. Вон я зайду, вижу, вижу. Попробуем стрелять. Сейчас, подожди. Но они очень быстро бегут. Плывет, плывет. Один готов. Второй готов. Да. Ну что, берем дробовички тогда. Ну что, сходим на точку? Давай на точку сходим туда. Так, нам бы сейчас Мишка, блядь, не выбежал бы. Вот это вот. Смотри, там дым идет. Сейчас. А что ты далеко так от меня уехал? Ну вот здесь же желтым нарисовано. Там дым идет, бой. Может и он и там быть. Наверху какая-то кибитка стоит. И дым, видишь, валит. Нет. Ну иди, я тебя подожду. Вон, видишь? Сейчас. Я, наверное, зажигательный поставлю патроны. А почему у нас одна жизнь? Ну, сильнее это, блядь. Во-во-во, кто-то орёт, пиздит. Подожди, я без коня. Вот он, пидорас, вот он. Подожди. Ёбаная лошадь, тварь, блядь! Пидорас застрял, вонючка! Он, блядь, сидит, сидит, тварь, и разговаривает с волками. Так, где мне подойти? Что мне делать? Он тебя услышал. Так, его не трогаем. Где он? Прикрывай меня. Давай, давай, хватай его.
Боря, убегают! Сука, они меня скинули, блядь. Я его завязал, но, блядь, я упал вниз. Они меня скинули. Они меня скинули вниз, Борь. Я погиб. Меня волки вниз стащили, блядь. Да я понял уже, я слышу тебя. Ну, он, я не знаю, он не развязался, но, наверное, не сможет развязаться. Он лежит, нам надо отбиться и забрать. Ёбаный конь, тварь, что ты творишь, блядь? Ёбаный ублюдок! Все, я сейчас сдохну. Ешь что-нибудь. Все, хватаем его, хватаем. А где мой этот? Да зади кого-нибудь, вон. Кидай на моего. Где твой конь? Да вот он. Давай, кидай, скорее, волки. А, какие волки. Да что он не ложит-то? Ну тогда на своего кидай. Да, блядь, надо иди. Моего... Ну я не могу пройти. Все, иди, иди. Бля, неужели мы его в живым возьмем? Все, давай, бежим. Давай, он... наверх, поднимайся. О, зовет волков, он воет. И хуй на него. Он сейчас зовет волков, надо убегать отсюда. Да. Бегут, Борь. Да тихо, не бегут, блядь, пидорасы. Отбивайся там. Текаем, ну и нахер, блядь, мы не отобьемся, у нас жизни нету. Лучше текать, блядь. А, если бы еще дорогу знать. И вот я знаю, давай за мной. Могут на перерез пойти. Здесь волки тоже водятся. Самые умные, что ли, эти волки. Все, пидора, взяли вы тебя, сука, живу, блядь. Урода, блядь. Все, блядь, спустились вниз. Тут уже снега нету, ну тут где-то должна карета стоять тюремная. Он там что-то на меня говорит, гадости всякие лежит. Сейчас Миша выйдет. Он зовет волков. Боря, давай он мне сзади. Пидорас зовет волков, но я убегаю, по-моему. Они не успели за мной. А, все, карета тюремная. Отлично. Браво, Белиссим! Все, козел. А ты представляешь, что с 4 звездами будет или с 3? Это мы 3 звезда или 4? Да, 3. Это 3 звезды. А на 5 звезд. Я не знаю. На 5 звезд, наверное, вообще без жизни. Ну видишь, мы хоть подготовились, бля. Хорошо, этого пидораса взяли. Ну, меня волк столкнул, я поехал вниз, блядь, по скале. Да я там отбивался, уже заколебался, честно. Фу, блядь, наконец-то мы его взяли живым, этого тварь, блядь. Ну да. Ну долго ты будешь грузиться, блядь. О, костер. О, наша луга. Это великие долины. О, 71 бакс, 0.24. Тут подороже что-то дали. А, наверное, с каждым разом будет дороже. Вот такая вот хуйня, малята. Самое интересное, что мне денег не... А, дают или не дают? Хрен его знает. Дали уже. Я не знаю, что-то там щелкнуло. То ли с меня высчитали, то ли мне дали. Но мне дали золото 24. Тебе дали золото? Да. 0.24 золота дали и еще дали, 7, по-моему, 7 баксов. Вот я не заметил насчет баксов. Блядь, как здесь быстро в горах темнеет, а? Да, вот это мы справились сегодня.
Фу, ты записал? Ну да, я еще до сих пор записываю. Тут нужно найти... Ах ты тварь, кто-то уже взял. Кого? Бля, здесь ожерелье постоянно лежит. Так и что теперь? Еще что-то... Там карта где-то воет, иди сюда. Какое ожерелье, блядь? Ничего никто не взял. Просто надо вот так закрыть ящики, все по новой. И все. И все у тебя вот ожерелье. А почему у меня... Вот, нет. закрыл, вот. Открыть шкаф, вот, обыскать шкаф. Подошел, взял, вот. Взять, драгоценности. Так, а я смогу так? Да, вот, все, я взял. Все, закрывай. А ты карту можешь пойти наверх взять? Хорошо. А где карта? Нет у меня нихуя. Ну знаешь, уже кто-то забрал. Ну я взял драгоценности эти. Ну да ебись. Ну ты ж подбежал, сказал, а кто-то взял, блядь. Ну, я ну, говорю, да никто не взял их тут. Все, ну светит. Ладно, я запись останавливаю.